Белорусы – открытый и дружелюбный народ. Я не чувствую себя здесь чужим. В Гродно я приехал учиться, и моя главная цель – получить хорошее образование. Мне помогает в учебе, знание русского и английского языка, интернет-ресурсы. Но в первую очередь профессионализм преподавателя. У меня интересная студенческая жизнь. В свободное время я занимаюсь в студии эстрадного вокала, а в результате – концерты, фестивали, конкурсы. Я не жалею, что выбрал Гродненский государственный аграрный университет. Уверен, что получу достойное образование, вернусь в Туркменистан. Аграрный университет. Вас здесь ждут.